Учитель начальных классов, которую обвиняют в издевательствах над детьми, подала в суд на директора школы. Педагог требует выплатить зарплату за 2 месяца с начала учебного года. После того, как на нее завели уголовное дело, женщину отстранили от работы до решения суда. И, соответственно, денег она не получала. Напомним, учителя 10-й Златоустовской школы Татьяну Порсеву обвиняют в жестоком обращении с первоклассниками. По версии следствия, она оказывала физическое и психологическое давление на детей. Однажды она ударила ей в грудь шахматной доской после игры, отодвинулась резко от себя, после чего у моей дочери были следы на теле, сейчас остался такой вот рубчик, рубец. Татьяна Леонидовна их просто не выпускала на уроках в туалет, и в результате чего подтверждены факты того, что дети писались и какались. Коллективное обращение к прокурору Челябинской области о необходимости привлечения Татьяны Порсевой к уголовной ответственности подписали 14 родителей. В полицию заявление подали 6 человек. Следственными органами Следственного комитета расследуется уголовное дело. В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В настоящее время педагог отстранен от проведения занятий. С таким решением Порсева не согласна. Сейчас женщина через суд хочет заставить школу выплатить ей зарплату за 2 месяца незапланированного отпуска.